Вот даю небольшую вводную перед тем, как я пойду в этот дом. Машина одна припаркована, это, видимо, машина этого риэлтора. Так, где там эта информация? Ну вот опять никакой информации, что дом open house. Но было написано, что open house. Так, что у нас? Четыре спальни, две полные bathrooms, ванные, одна половина, 2656 square feet, цена 235 тысяч баксов. Давайте постучим в дверь, посмотрим, is it open or not. Ну вот я пока пройду, я так не нашел вывеску, что этот дом открытый на сегодня. Есть стрелка, по которой я проехал. Open house. Но он тут открывает дверь, сейчас посмотрим. Блин, думал, что дверь открывается, оказывается, флаг шуршит так, что ощущение такое, что открывается. Короче, у этого дома есть, он угловой, забор такой деревянный старый, ну как, выцвел на солнце. Мы приехали вон оттуда, там машины едут. Отгороженный участок. Есть санрум. Второй дом от дороги. Не скажу, что место плохое. Можете пойти в тот лес поохотиться. Ой, ну не написано, неохота мне там идти, если нету вывески, что дом открытый. Хотя вчера было написано, что все, открытый дом для просмотра. Сейчас проеду, написано, по этой стрелке пройду. Написано open house. Напротив домик такой маленький. Ну все, хотя бы, если риэлтор здесь на open house, то хотя бы должен был бы встретить.